Так, всем привет. Такой, угу, понятно. Стройка не моя. И отель не мой. Так. ППшечка. ППшечка, патрон. Щитом, прикинь. Ну, нормально, чё? ППшка и турель, и еще чел там снаружи. Зашибись, блин. Блин, он пришел и забрал мою ППшку. Не помогу. Капец. Тут еще одна. Ох, Нет, это нифига, я дробаш. думал сдохну сейчас. Так. А, она в этом, я понял, короче. Говно дробаш. Сейф дол это вообще конченый. Очень конченый. Ух, их тут двое. Не Я помогу. чекаю. Я сдох сразу. Надо было посмотреть, что он забрал. Вот так вот нужно уходить от погони. Возможно, я все-таки тоже умру. Какой-то ящик. На МПД закажу. Люблю крышу. Спрятался на крыше. Пока прыгов нету, так никто не придет. Ой, мать, ты там не одна. Капец. Я тебе об этом говорю. Давай ко мне. Ну, смотри сама. Гостиница пустая. У меня челик тут в этой моей гостинице. В моей гостинице. Хорошо, что я прыги не заказала. Да, хорошо. Между нами тает лед. Челик голый. Да две башки попал. Ну как нет-то? Профессионалы стали все. Ну да, у меня то же самое. Я его не убью. Обожаю, когда дрон застревает перед отелем. Убежал, скорее всего. Ух. Челика ты помечаешь? Да. Он ближе к синему ящику уже, да? Надо на берегу. Ну, я понимаю, но он мне в два раза в лицо попал. Вот здесь вот он. Между двумя домами вот этими туда пошел. Очень странный челик. Метку еще раз где? А я уже ушла. Тут между домами был. Мне ящик нечем открыть. Открою, хочешь? Все, может, найду. Я не слышу его вообще. Блин, две брони. Иду. Иду в банк. Тут ящик. Так я иду тебя разбивать его. Давай. И попку а свою все еще прикрываю. ничего. А все, он уже туда дальше ушел, судя по карте. Ну, это, может, и другие были, кстати. У меня есть, надо. Фибочки. Там патроны чуть-чуть в зоне. Пойду схожу. К тебе зашли в зону рядом. Да-да, я видела.
А тебе шприц нужен? Я заказал. Дропчик, но не наш. Где-то в той зоне. Я еще дикой кинула. Ух ты, тут кто-то дропнулся. Минка есть, если надо. Прыгов нету, но... шприц, кстати. Два шприца. Я взяла, короче, шприц. Второй. Ну, что-то не долетело-то. Я хотела подобрать, а оно... Давай дропчик охранять. Капец, две пары минок, прикинь. Так, МП-9 оставлю на крыше, если что. Я сейчас тебе шприц принесу. Оставь его тоже на крыше. Ну, думаю, не долечу. Да там можно долететь же. Если что, возьми там мины еще одни. Вот здесь вот прям. А у меня скар. А, G3. Где шприц? А, о. Закажу патроны тебе тогда. Ой, кто-то по мне стреляет, зараза. Патронов нет. Вот тут челик за скалой. Я закрыл. Я еще закрыл. Ты что там? Ты этот сам хрумкаешь. Подожди секунду. Нельзя, чтобы добро порупало. Эх. На еще. А еще снизу тут прыги. Вот тут челик был. Вон он, смотри. Он стоит за этим. Ой, это я. Сейчас голый хочу собрать. Вот здесь. Да не попадаю. Да не попадай, да ёпрасы ты. Кривой. Да нету патронов. Боже. Боже, храни МП-9. А, еще есть? Понял, метку не надо. Сейчас я закажу патроны. Надо уходить. А где там будешь эти-то были? Вот тут прям где, вот здесь вот. Ага, вижу. Да ё-моё. Патроны пришли. А давай патроны. Вот эти вначале полутаю. Полутай, но тут дроп забрал кто-то. Понимаю. Патроны. Понимаю. Без планшета, если что. Патроны. Класс, остался. Это изикатка. Я наверх. Угу.
Он, кстати, тоже где-то тут. Это с нами. Да ёбаный в рот, это пиздец, а не катка. Я в шоке, как мне не фартит. Просто в шоке. Это нонсенс, я уже столько каток просрал из-за тикрейта. Уф. Прыгает, прыгает. Прыгни сама-то. Он вниз спустился? Он лох? Или он просто наебал нас, извиняюсь. Шприцы два. На, не выпускать его просто. Прыгав больше нет. Я понимаю. Надо было на крыше сесть. Я не долетела. Он на крыше, мне кажется, нет? А-а, внизу. Он внизу. О, молодец, в голову. Вот это слэхэдшот. А чего хотел сделать вот этот нуб? Он реально нуб какой-то. Он почти умер. Да. Вот чего он хотел этим добиться? 10 хп, прикинь. А, у него 0 патронов. У него тоже патроны кончились. Да, тут без вариантов ему. Капец, вот это я мансила, конечно. Ладит лайк за унылую катку. Удачи.